Bağlı misafirler, sağ olun geliniz Beşalman köşesine. Kutlayır sizi bu büyük gagavuzun yoğurtusundan. Hepsi için size sağlık, kısmet, uygunluk da. Buyurun yakışarsınız bizim Beşalman evimize. Добрый вечер, уважаемые гости. Предлагаем вам испробовать бешалминского вина. И мы приветствуем всех вас на нашем подворье. Сегодня мы хотим также познакомить вас с гагаузской культурой, с традициями и обрядами. И одним из самых ярких элементов гагаузской культуры является свадьба. Она также имеет свои этапы. Одним из важных этапов является подготовка к свадьбе и очень трогательный момент – подготовка приданного невесты. Это особенно волнительный момент и для невесты, и для ее родителей, и для всех родных. Ведь приданная своей дочери мать начинает готовить с самого ее рождения и до замужества. С особой любовью и трепетом, вышивая каждый элемент, который в последующем будет создавать в доме молодых уют. Хорошее, красивое и большое приданное еще и залог благополучной семейной жизни молодых. Для подготовки приданным выбирался особенный день. И в доме невесты собирались самые близкие родственники. Бабушки, тети, крестные, соседи. Все были нарядные и красиво одетые. И, конечно же, все это действие происходило под наши зажигательные песни и задушевными красивыми разговорами. С яркой вышивкой по краям. А женщины помогают складывать приданное под красивую народную песню. Thank you.
Финальный штрих в подготовке приданого сделала невеста. Она украсила его красивыми яркими цветками, а сейчас мама заплетает дочери косу в знак того, что она прощается с девичеством и покроет ее голову шалью. А наши женщины, дорогие, исполнят для вас еще одну веселую гагаузскую песню. Просим. Интригующие песни в тему сегодняшнего дня.